Часть, а куда едем? Ну хорошо, из 60 километров 4,5 уже проехал. Во-первых, не 60. Я тебе могу сказать, сколько осталось, но ты расслабишься сразу. Игорь? Да? Сюда. У нас есть GPS-овод. Марик, Амиров, тебе со своей братом. Йоник, с разгону! Я потихоньку. Человек потерял велосипед. Я бегу. Сусанин ты наш ненаглядный. So that done only to give you the rest pause. Just very good excuse. We need to drink a lot of water. Пусть вас не смущает английский сниф. Великорс. Но человек приехал из Канады. Он же не виноват. Не виноват. Okay, let's go. Выходите на международный уровень. Мы едем вот сюда, к крепости. Я не побоюсь этого слова, Какун. Национальный парк Какун. Турок во время Малюков, это было использовано как местная крепость. Камни граненые, камни украшенные, потому что украшенный камень вообще как уже роскошь. Во-первых, он большой очень. 265 раньше еще. Может быть и раньше. Потому что на только не бежали, или утуманим бы, или потанчим. Ну, она была несколько, может быть, 100 лет раньше построена. Затоносцы, когда попали сюда, у них была проблема, они были в меньшинстве, и арабов было намного больше. Чтобы удерживать за счет двух вещей, то, что у них были крепости, и то, что арабы собирались воевать только летом. И китайцы отсиживали в своих крепостях. Во время войны это англичане выселили. Йоник с велосипедом полез. Нет. Какая это работа, без того, снимать оператора. Легкая это работа. Из болота тащить бегемот. Ну да, или снимать оператора, так как. Лёха под воротами. Ну, Илюха лучше всех поступил. Кабанус вне очереди. Бодренько, бодренько. Кому это было? Всем. Да уж, иногда легче выбросить, чем продать.
Помидорам повезло, Илюха, что ты их не ешь. Мы, как порядочные свиньи, нашли лужу, там, где не должно было быть. И, понимаю, Игорь, прямо поедешь, да? Разумеется. Я тебе скажу, было в нашу бытность и жарче. Нормально, нормально. Кажется, мы нашли что-то интересное. Ну-ка, ну-ка, Илюха. А, ну я проживать, я сам прожу, ладно? Проживаешь сам, проживаешь, хорошо. Ух, какой запах. Вот, спасибо. Ну как? У Йоника даже слов нет. Нет слов. Дай мне арбуз, пожалуйста. А мне дыню, Илюха. Каждый закажет у Ильи то, что он хочет. И пиво, если будет. Гусары молчать, а то ваше желание сейчас продолжится. Непроходимые места, песочные. К сожалению, придется топать ножками. Так, я стил. Вот по асфальте, ну, нет, я не буду. Да, я буду. Нас привал. Спасибо такому другу за лимон. Очень пришелся кстати. Ты рано расслабляешься, еще 15 километров. Опять 15? Илюха же нас кругами водит. Я хотя бы радует то, что это не уменьшается. Тебе надо догонять на карту. Я купил кронштейн, но он не очень подходит, к сожалению. Да, то же самое. Ну у меня вообще это песня. Поехали. Традиционный круг. Вожделенная газировка. Вот она. Да я буду снимать. Ну, ребятки, мы закончили довольно тяжелый маршрут, несмотря на то, что он был по равнине, много песка. Но было хорошо, хотя и жарко. Ну, да. Будем здоровы. Будем здоровы. О! Thank you. На здоровье.